Всем привет, дорогие друзья! И снова с вами Станислав на канале Шут Трибун. Сегодня хочу приготовить очень вкусный, аппетитный обед. Друзья, готовится легко, просто, из доступных ингредиентов. Я уверен, вам понравится. Пишите комментарии и, конечно же, делитесь с друзьями. А мы начинаем готовить. Погнали! И самое главное, такой обед готовится в одной посуде. Минимум грязной посуды. Первым делом я почистил и помыл картофель. Картофель у меня довольно крупный. И разрезаем его помельче. Вот таким вот образом. Картофель сразу отправляем в казанок. Зерен 10, перца горошком. Луковица прямо в шелухе. И 3 листка лаврушки. И набираю холодную воду. Для вкуснейшего супа я сегодня буду использовать грибы вешенки. Можно взять, конечно же, лесные. Грибочки также нужно нарезать. И как только картофель наш будет полуготов, мы отправим варить вместе с картофелем грибы. После закипания картофель отварим ровно 15 минут. И после 15 минут отправляем, конечно же, грибы. Солим по вкусу. Лук нам уже не нужен. Забираем его с кастрюли. Теперь все вместе варим примерно около 10 минут. И добавляю домашние лапши. Чуть-чуть добавляю паприки чили. Перемешиваем. И варим примерно 5 минут, если у вас домашняя лапша. Если магазинная, бывает такое, что и через 2 минуты она уже готова. Поэтому готовим до готовности уже самой лапши. Так как у нас картофель и грибы готовы. Ах, какая вкуснятина. И добавлю свежемороженого лука зеленого. Еще раз перемешиваю, накрываю крышкой и выключаю нагрев. Очень вкусный и легкий супчик. Понравится тем, кто не любит зажарку. Друзья, обязательно к приготовлению попробуйте очень вкусный и легкий супец. Пробуйте, комментируйте, подписывайтесь и, конечно же, делитесь с друзьями. А я с вами прощаюсь ненадолго. До следующего видео.